Сетка. Понятно. Интересно. Еще одна. Ощутили, вот тебе собираемся. Не знаю.
А, ну надо узнать все равно, когда. Можно к 8, я бы не к 8, я не приду, конечно. Я бы 5 здесь человек смог как раз в 10 приходить. Вода все здесь освещена. Ладно, вечером посмотрим, что тут будет. Как вы сказали, на их высоте должна быть какая-то служба. Они что ж там окунулись, набрали воды и уехали. Для женщин на стрелке. Почему? Чего? Что это? Шумит эта машина. Для женщин, да? Вон как даже. Интересно, такого я не видел. Ну, туда, ничего, да.
Блин, сбоку. Не там, а сбоку. Спасательно подойдите. Разрешат они вам или нет? Подойдите сбоку. Ничего, окунаться больше никто не хочет. А кто-то прыгнул там где-то, смотри, они. Ты не печка. Еще? Ну, ему еще кипеть надо. Да? Сколько? До 3 утра, что ли? Выставляется в воде какая-то. Вам как попасть? 250 грамм большая. Здесь 100. Ну, а тут на 200. Где народ? Где ловушка? Потому что никто не хочет, да?
дальше, не надо, не ходи, не надо дальше ходить. Это новенькое. Это что-то интересное будет. Стой, Валер, вытаскивай.
как бы что, нормально. Народ собирается, мусор, но купающихся меньше, чем только.